Выходи, говорю. Ты что, меня тут оставишь? Нет, я поговорю с учителями. Ты слышишь? Пойдем. Спасибо большое. На здоровье. Еще что-нибудь нужно, Шахризат ханым? Нет, большое спасибо, Гюльджан, не нужно. Вы хорошо спали? Очень. Я признаюсь, тебе давно уже не спала так хорошо. Очень рада. Мама! Мы уже собрались. Мы идем в школу. Какой молодец. А ты поцелуешь перед уходом свою бабушку? Поцелую. Ох, иди ко мне. До свидания, Передеханым. До свидания, Нехриба. Пока. Пока-пока. Шахризат, не хотела тебе мешать. Вы о чем? У тебя ведь есть дела, если хочешь, можем уже пойти. Нет, Передеханым. Утром у меня нет дел, можем спокойно попить чай. Славно. Я благодарна тебе за то, что ты делишь свое счастье со мной. Ты ведь просто могла вычеркнуть меня из своей жизни. Могла просто не замечать меня. Никто не счел бы это странным. Но ты настолько деликатный и тонкий человек, что... Послушайте, Передеханым, мы теперь одна семья. Все прежние вопросы решены. Да, но тебе, наверное, было со мной очень нелегко. Говорят, любовь, доставшаяся легко, недолго живет. А Нурбей уже решил ваши дела в Измире? А какие же у нас дела в Измире? Он уехал в Измир. Вот это да, зачем? Не знаю, он сказал, срочные дела в Измире. Да ему вообще-то и не надо было срочно отправляться в Измир. Что ему делать в Измире? Кем вы приходите с Нильханым? Нильханым моя давняя подруга. Мы долгое время не общались с ней. Понимаю. Мои соболезнования. Спасибо. Очень печально. Совсем еще молодая, попала в аварию и... Вместе с ней разбился ее супруг. Нет. Насколько я знаю, она давно развелась со своим мужем. А разбился вместе с ней Таман Бей. С ним она жила 2 года. Вы знали ее бывшего мужа? Нет, этого человека я никогда не видела. Если не могла Нильханым, на родительские собрания приходил Тааман Бей. Он интересовался учебой Нилюфер. Ну а как же вы узнали о Нурбей? Брат покойного Тааман Бея, Хакан Бей, приехал и рассказал мне об этом. Нилюфер, наверное, вам тоже Хакан Бей привез? Верно. А вы не знаете еще кого-нибудь из родственников Нильханым? Увы, нет. А домашний адрес Нильханым вы не могли бы мне дать? Разумеется. Прошу. Всего доброго. Всего доброго.
Выбранный вами номер в данный момент находится вне зоны действия сети. Бину, рада видеть. А Нурбе еще не вернулся? Я вот как раз звоню, а телефон выключен. Наверное, на встрече. Наверное. Ну, идем за покупками. Выпей чего-нибудь пока, а я соберусь и пойдем, ладно? Хорошо. А у кого ты теперь живешь, Нилюфер? У одного старого приятеля моей мамы. А где? В Стамбуле. А зачем уезжать? У тебя нет бабушки и дедушки? Нет, они умерли. Ты больше никогда не придешь в школу? Не знаю,